В Сургуте прошла торжественная церемония награждения участников третьего фестиваля цифровой мультипликации «Мультфест Сургут». В нем принимали участие школьники от 7 до 17 лет. Ученики представили на суд жюри более полусотни работ. С помощью мультфильмов дети рассказали сказки, поделились своими историями и высказали собственное мнение по острым социальным вопросам. За 3 месяца фестиваля участники освоили различные виды мультипликации – рисованную, пластилиновую, компьютерную. Мультфест – это тот фестиваль, который становится уже узнаваемым и любимым для школьников города Сургута. Ежегодно увеличивается число участников, с одной стороны, но с другой стороны и увеличивается и улучшается качество работ. Ваши работы на самом деле заслуживают особого внимания, поддержки и даже продвижения. Победителей и призеров наградили дипломами и памятными призами. В этом году свой первый фильм сняли 23 школьника в возрасте до 12 лет. Одна из самых юных мультипликаторов фестиваля – Ирина Попенко. Второклассница уже 2 года учится делать мультики. Вместе с родителями она создала историю «Мы за чистый мир», затронув актуальную в этом году тему экологии. Девочка пообещала нашему корреспонденту, что это не последняя ее картина, и в следующий раз она снимет мультфильм о защите животных. Редких животных не надо в них стрелять, и чтобы не было плохих людей, и надо их больше спасать. Если мы будем вместе друг другу помогать, то мы можем спасти весь мир.